проект вошел в шорт-лист, в короткий список финалистов. Эксперт приехала в Татарстан, посетила вот эти все многочисленные площадки, парки, которые были созданы благодаря этой программе. И она рассказала жюри о том, что она увидела. И жюри это очень впечатлило. Во-первых, количество проектов, которые были осуществлены. Во-вторых, размах и то, что в их осуществление были вовлечены местные сообщества, что это не по приказу, не по указке сверху, а инициатива местного сообщества играла большую роль.